Лютики цветочки в поле колыхают, ветерок шальной нежно обнимает. Степь цветет и пахнет, эх, вокруг раздолье. Троица настала, и душе привольно. Говорить мы сегодня будем о синяках. Не потому что бьет меня кто-то, а потому что часто люди наблюдательные замечают, что даже забыли, откуда поставили синяк. 16 июня. День Лукилиана, назван в честь жития и страдания святого священномученика Лукиана. Названный родителями Лукием, то есть блестящим, с умножением в нем Божьих дарований приобрел он совершеннейшее имя, нарекшись Лукианом, что значит «светлоявленный». Это было указание, что в свете новой благодати он будет светом миру о Господе. Преклонной старости был пойман, отказался поклониться ложным богам, за это был жестоко бит, а потом усечен мечом. В народе этот день прозвали днем Лукиана Ветреника. Оказывается, в это время достаточно часто и регулярно дуют сильные ветры. По направлению силы ветра наши предки определяли погоду на ближайшие дни и месяцы. Так южный ветер предвещал хороший урожай яровых, северо-западный – дождливое лето, восточный ветер – болезни, северо-восточный – сильные ветра, приметы. Если вихрь медленно поднимается к небу с земли и долго вращается, в ближайшие дни жди хорошую погоду. Проливной дождь в этот день предвещает урожай грибов.